В Южном округе по просьбе Хабаровчанки сотрудники Дальневосточного поисково-спасательного отряда открывали дверь в квартиру ее отца. История, финал которой оказался более чем счастливым, начиналась весьма волнительно. К 77-летнему пенсионеру пришла дочь, но на стук в дверь в квартире никто не откликнулся. В столь поздний час старик должен был быть дома. Женщина пыталась дозвониться до родственника несколько часов, но, опасаясь за его жизнь, все же связалась со спасателями. Ключи есть? Можно... Вот тут щеколдочка маленькая. На вскрытие двери ушло ровно 3 минуты. Спасатели выбрали наиболее быстрый и наименее разрушительный способ. С помощью монтировки отогнули панель и сдвинули щеколду. Оказалось, что с мужчиной все в порядке. Он был в ванной комнате, а стук не слышал из-за шума текущей воды. Потом пенсионер попытался встать, но поскользнулся, а подняться самостоятельно уже не смог. А он ходить может, плохо ходит. Упал в ванной и встать не может. Ноги узлом завязались. А долго он там просидел в ванне? Узлом завязанным. 3 часа. Вы нормально себя чувствуете? Нормально. Затекли ноги, да и все. Принимает водные процедуры горожанин часто, долго и с удовольствием. В прошлый раз родственники попали в точно такую же ситуацию. Правда, тогда пришлось, без сожалений, взломать замок. Вместе с механизмом потом поменяли и дверь. В этот раз практически ювелирная работа спасателей позволила ее сохранить. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Алексей Овчинов.